у нас по доброй традиции состоялось открытие сезона зимнего плавания в городе Севастополе фестивалем «Золотая балаклава 2018» и первенством Севастополя по зимнему плаванию мы сегодня открыли очередной сезон. 65 участников присутствовали на мероприятии, в соревнованиях участвовали почти столько же. Состоялся массовый заплыв, немножко подвела погода, моросил дождик, но это ничуть не испортило настроение моржей, внутреннего состояния. Тем более, если учесть, что вода 14-15 градусов, это, как я сказала, не совсем пригодная для моржевания даже вода. Но традиции есть традиции. В конце ноября мы всегда открываем сезон зимнего плавания, потому что немножко уже ощущаем веяние зимы, хорошей осени глубокой такой, температура сегодня плюс 4 воздуха. Утром была, когда мы начинали свое мероприятие. Ну что же, сезон зимнего плавания открыт. Вперед за здоровьем! Кто принимал? Какие клубы сегодня были? Сегодня Федерация зимнего плавания России в городе Севастополе, в которой три клуба, Качинские моржи, Балаклавские моржи и Морж СССР, все принимали активное участие. Были даже глава Качинского муниципального округа Герасим Николай Михайлович, был его заместитель. То есть поддержка уже власти чувствуется не на словах, а на деле. Какие-то призы? Все были удостоены победители соревнований медалей, дипломов. Конечно, от Федерации зимнего плавания России в честь такого знаменательного события были благодарственные письма, грамоты на память, что действительно вот сезон открыт. Не просто так. Но сезон, так как только начинает, скажем, стартует, поэтому приглашение море. Конечно же, поездки. Это 24 число в Саке. Сезон зимнего плавания в Крыму открывается. Клуб «Пингвин» пригласил нас на открытие. Мы едем большим составом. 22 человека уже заявились. А дальше, конечно же, у нас в декабре новогодний заплыв, в начале января это Евпатория, февраль это, конечно же, Феодосия, и по мере поступления, потому что в декабре нас приглашают опять в Тюмень на чемпионат России